В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике контроль над соблюдением карантинных требований усилился. Магазины, рынки, торговые павильоны и организации общественного питания под пристальным вниманием правоохранителей. Также постоянные рейды сотрудники милиции проводят на общественном транспорте. Автомобилисты, пешеходы, мотоциклисты и велосипедисты. В поле зрения госавтоинспекции все участники дорожного движения. Сотрудники ДПС проводят профилактические рейды. Цель одна – предупреждение нарушений ПДД. На обслуживаемой территории Бендерского гарнизона проводилось профилактическое мероприятие под названием «Безопасные дороги». Цель данного мероприятия направлена на снижение дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и пешеходов. Первый час рейда и сразу нарушитель. Автоледи едет по полосе, предназначенной только для проезда общественного транспорта. Свое нарушение осознает. Инспекторы составляют административный протокол. Уберите камеру, убрать. Ну не нарушайте, тогда вы не будете. Регулируемый перекресток по улице Суворова. Один из самых оживленных в Бендерах. Двое пешеходов в наглую переходят дорогу на красный свет. Перед инспекторами ДПС оправдываются банально. Спешили, ждать зеленый некогда. Нарушителей ждут административные штрафы. Еще одна категория участников дорожного движения – велосипедисты. Они в зоне особого внимания инспекторов дорожно-патрульной службы. Передвигаясь по проезжей части, ПДД они обязаны строго соблюдать. Однако многие правила игнорируют. Все знаки, светофоры, все распространяется как на водителя транспортного средства. Знаете об этом, да? Поэтому, если вы совершаете маневр поворота налево, не срезайте углы, укажите жест. С начала года в Бендерах произошло 4 ДТП с участием велосипедистов. В одном случае погиб человек. Катафоты, светоотражающие элементы на велосипеде – все это должно быть в наличии. Видимость велосипедиста во время движения – одно из важных правил безопасности на дорогах. Вот мы проезжаем, видим, что у вас нет катафотов ни спереди, ни сзади. Вы знаете, что согласно правилам движения они должны быть у вас? Хорошо. Поэтому мы вас предупредим, спасибо, чтобы вы не нарушали. Разъяснительные беседы госавтоинспекторы проводят среди всех участников дорожного движения. Слова подкрепляют наглядными пособиями и агитационными брошюрами. Напоминают, нарушать правила крайне небезопасно. За 3 дня проведения мероприятия к административной ответственности были привлечены порядка 40 водителей транспортных средств, 17 пешеходов и 10 велосипедистов. И днем, и ночью сотрудники ДПС следят за дорожной обстановкой. Важно помнить, безопасность на дорогах зависит от каждого участника дорожного движения.